Всем доброе утро! Сегодня понедельник, у меня обучение, точнее сказать, первые экзамены. Как же страшно, вы себе не представляете. Значит, у меня сегодня два экзамена будет. Первый по обществоведению и второй по экономике. Кому-то, наверное, покажется, да ладно, это обществоведение и экономика, да? Но для меня это тяжелее будет, потому что, сами понимаете, на немецком это все надо будет задавать, поэтому очень страшно, посмотрим. Посмотрим, пройду ли я. Основные экзамены, конечно же, впереди, которые связаны с моей профессиональной деятельностью. Но эти тоже важны. То есть обществоведение не считается, но считается экономика. Вот экономику очень будут смотреть, так что надо будет сегодня как-нибудь хорошо сдать. И у нас будет перерыв очень большой между обществоведением и экономикой, то есть перед экзаменами, да, поэтому у меня будет очень много времени, и я схожу в центр, и мы с вами немножко погуляем, и я немножко расслаблюсь после первого экзамена, знаете. Ну и потом, конечно же, вернусь и буду подготавливаться к экономике. Действительно, говорю, что там очень много времени. В 9:30 у меня заканчивается первый экзамен, а другой начинается в час дня всего лишь, представляете? Так что да, куча времени будет. Уф, пью чай, который у меня уже охладел, пока я себе макияж выполняла. И пью я его, у меня изредка бывает, спрашивают, что же я, чем же я завтракаю. У меня в основном сейчас смузи утром. Вот, сегодня у меня нет времени на это, потому что я хотела влоговое видео начать. И плюс, конечно же, немножко подготовиться к экзамену. Поэтому смузи я сегодня делать не буду, время уходит. Значит, вот что я ем сегодня. Чай и грецкие орехи. Чтобы не слишком нервничать, я вам в прошлом влоговом видео говорила, что грецкие орехи очень полезны для нервной системы. Поэтому кушайте. И вкусные. При этом. Ну все, ладно, я побежала. Немножко сейчас подучусь. И пора выдвигаться. Пока еще даже губы не накрасила. Макияж у меня вот такой вот. В основном палетка использована от Urban Decay Naked Honey. Очень красивые оттенки, шиммерные. Все, пока-пока. Ну что, наконец-то первый экзамен прошел. И мне кажется, неплохо. Достаточно удачно. Я просто думала, что будет немного тяжелее, но показалось, что так, средненько. Не скажу, что прям легко-легко, но и не совсем тяжело. То есть можно было легко понять задание. Но главное, чтобы я их правильно поняла. Если не поняла неправильно, то и ответы у меня неправильные будут. Так что, да, и сейчас вот мы с вами направляемся в магазин. Пойдем в Мюллер, пойдем в ДМ. Погода шикарная. Вчера у нас 28 градусов тепла было. Прям лето на улице. Сегодня посмотрела, 23 градуса. Одела такую легкую куртку весеннюю. И вообще не холодно. Я даже куртку сняла вот в такой вот тоненькой кофточке всего лишь. Так что да. Сейчас светофор, что я так рада, что один экзамен уже позади. Теперь могу немного отдохнуть и потом чуть-чуть подготовиться к другому. Экономика. Я нахожусь в магазине Мюллер. Как можете видеть, стою на стенде Clarins. Мне посоветовали румяна от Clarins, поэтому хочу сделать свотчи. Такая, видимо, упаковка. И вот 6 оттенков представлено. Сейчас сделаю свотчи и покажу вам оттенки. Кое-как нашла место, где хорошо освещение падает, и можно нормально показать вам свотчи. Нижний ряд такие более темные оттенки румян и больше уходящие в розовый, такой тауповый. А здесь уже что-то для меня. Вот этот оттенок, он вроде, если не ошибаюсь, 0,5, вообще как хайлайтер первый, видите? И вот остальные два мне очень, конечно, нравятся по оттенку, то, что я люблю. Я вам обязательно цвета напишу. Там только номера написаны. То номера подпишу вам. Вот этот первый тоже мне нравится цвет. Вот. Стою сейчас на стенде Estee Lauder, и очень будет интересно узнать ваше мнение по поводу румян от этой марки. Я, конечно же, никогда не пробовала. Вообще из люксовых марок у меня, можно сказать, практически ничего нет.
Возможно, кто-то из вас тестировал эти румяна, потому что по мягкости они мне больше понравились, чем румяна от Clarins. Возможно, там просто от Clarins много сводчей сделали, поэтому там немножко затерлось. И люди же разными руками туда залезают, да? Одно дело, когда вы новые румяна открываете, а другое, когда уже просвоченное. И меня очень интересуют в последнее время еще вот такие вот оттенки. Такие, знаете, красновато-розовые, что ли. Потому что говорят, что они очень красиво смотрятся. И вот я сделала сводч вот на этот оттенок. 410-й Rebel Rose называется. Вот смотрите, какой красивый. Я не хочу, знаете, оранжево-красный, а именно вот такой вот красный, который больше в себе содержит вот этого вот фиолетового подтона, можно сказать. Вот. Не знаю, как это будет смотреться. Мне кажется, вот должно было бы подойти мне. Еще вот этот оттенок чем-то похож на Rose Gold. Давайте посмотрим. Wild Sunset называется. Сейчас делаю сводч, покажу вам. Вот это вот красивый оттенок. Мне нравится то, что он не слишком сияющий. Такое вот нежное такое сияние, конечно, будет давать. Они чем-то похожи, да? Это значит у меня Rebel Rose матовый такой. А это сатиновый 330 Wild Sunset. Вот он. Красивый оттенок. У меня просто нет таких румян в коллекции. Вот хотелось бы одну. Очень много персиково-коралловых, а вот таких вот нет абсолютно. Подошла на стенд Эльф, и посмотрите, у них акции 30% скидка. Вау! Короче, если получается, консилер стоит 5 евро 95 центов, минус 30%, представляете? А этот консилер я давно хотела попробовать, поэтому куплю. Хотя мне консилеры абсолютно не нужны. Теперь надо выбрать оттенок. Хорошо, что есть тестеры. Могу выбрать оттенок. А еще посмотрите румяна. Вот не знаю, какие румяна у Эльф. У меня были румяна? Вот точно не помню. Так они стоят 10 евро 79 центов. Минус 30% скидка. Прежде чем покупать Estée Lauder, допустим, вот посмотрите, похожий оттенок, да? Надо будет сводч сделать или этот. Или вот этот похож на Estée Lauder. Тот цвет, который я хочу. Сейчас делаю сводчи. На ощупь очень-очень мягкие румяна. Так вот, первый оттенок как раз-таки вот он. Вот. Такой красновато-коричневый, сказала бы. И второй оттенок вот он. Такой бордово-красный уже. Даже красно-сливовый, что ли. В жизни смотрю немножко по-другому. Смотрю на камеру, сразу по-другому видится оттенок. Да. Очень приятные румяна, очень. А консилер я еще не выбрала, сейчас выберу. Подошла снова к стенду Estée Lauder, чтобы сравнить румяна. Вот первый, это от Estée Lauder, оттенок 410 Rebel Rose. Он все-таки совершенно другой. И вот другие два от Elf. Они, конечно, совершенно разные. Вот Estée Lauder более так вот благородно смотрится, да? Вот по текстуре они как-то прям очень похожи. И так хорошо ложатся на руку. Именно на руку, я думаю, что и на щечки тоже. Вот. Так что мне от Estée Lauder этот оттенок очень зацепил. 410 Rebel Rose. Уже нахожусь в ДМ, и посмотрите, новинки от VH Cosmetics, Remix Dance, я их видела в Trend Mood, то, что появились. Ну вот, сейчас есть возможность просвочить. Я не уверена, что я вам все свочи, девочки, покажу. Только, наверное, свое мнение про них, потому что очень много надо будет свочи делать. Значит, это палетка 90-х Remix Dance. Такая вот яркая. Надеюсь, будет видно. Очень большие рефилы. Посмотрите, вот мой пальчик. Потом, так, это у меня не выпадет так-то. Секунду. Они приклеены. Как же делать сводчи-то? Как вообще показать вам? Упадет. Вот, девочки. Кое-как открыла. Смотрите, какие оттенки красивые. Вот. И последняя палетка 80-х. Remix Dance тоже называется. Смотрите, какая она яркая. Обалдеть. Итак, я несколько сводчей сделала вот на эту палетку. С
Смотрите, какая прелесть. Очень классные цвета. Хорошо передается на руку, именно по сводчу я имею в виду. Ну, в принципе, у BH Cosmetics шиммеры классные, так что и на веки они будут работать отлично. Единственное, я надеялась, что эти тени будут очень похожи на палетку мою любимую от BH Cosmetics, которая называется Lunar New Year, но все-таки нет, они отличаются. Только один оттенок похож, вот этот сиреневый, похож по именно формуле из той палетки, вот этот сиреневый. А остальные вот такие немножко с крошкой набираются. А вот из палетки Lunar New Year там обалденное качество, конечно. Там шиммеры настолько кремовые, и они не сухие, они не набираются комочками, это как-то гладко набираются. Так, на стенде Essence стою. Подошла, думала, что будут какие-то новинки, но нет. Хотя нет, вот это я не видела. Это крем для рук. Ну, я же уже вам говорила, пока с кремами для рук не хочу экспериментировать. Поэтому ДМ раньше не продавался, мой любимый крем для рук от Балея. Кстати, который раскупили на сайте Wildberries в России. Его можно теперь приобрести, девочки. Возможно, кто-то не видел прошлое влоговое видео. Хотя, я думаю, все мои зрительницы постоянно уже увидели и купили себе. Очень люблю этот крем, уже в течение 4 лет вам рассказываю о нем. И вот есть возможность у вас тоже купить этот крем. Но не сейчас, потому что все там разобрали. Я думаю, что нужно ждать поставки, когда привезут снова эти кремы. Там, кстати, есть вот этот вот крем, который я себе тоже, помните, на пробу купила. Серия Matte. Неплохой, но чуть-чуть не дотягивает до крема Сурия. Так что это самый-самый-самый лучший крем на данный момент. Ну, я вам уже говорила. Какой-нибудь гель для душа может купить себе. Посмотрим, что есть тут интересного. От марки Origin гель для душа. Что у нас в составе? Содиум хлорид сульфат. Нет, да? Ну, вот Nivea. Care и кашемир. Такой вот аромат с орхидеей. Пилинг. Вот этот пилинг я уже раза 2 или 3 покупала. Классный. Но сейчас у меня есть в запасах пилинги. И от Dove я еще не закончила. Поэтому пока пилинг не буду брать. Я долгое время использовала ополаскиватель для вещей от Экавер, но поняла, что мне не хватает, знаете, приятного аромата. Как-то много нужно его ставить, а когда вы слишком много ставите, одежда какая-то странная на ощупь начинает казаться. И для себя я открыла вот эту вот марку, девочки, Кышельвайх. Мне настолько понравился и аромат, я покупала себе вот это, и вот сегодня планирую купить себе с лавандой. Думаю, попробую. Вообще аромат такой потрясающий стоит. Ну, возможно, многим не понравится, кто-то наоборот не любит ароматы, да, в вещах. Но вот мне нравится почему-то, поэтому вот этот мне понравился. Сегодня возьму на пробу этот, и думаю, мне тоже понравится. Мне нравится то, что тут упаковка сделана из 100% переработанного пластика, то есть из старого пластика, так что они вот заботятся о природе. И вот все написано Liebe zur Natur. Так что да, возьму этот. Стоимость, видите, евро 85. С лавандой возьму. И как обычно, давайте покажу вам, что я купила из неинтересного. Это ополаскиватель для белья, хотя кому-то, может быть, это и интересно. Марка называется Кушельвайх. Я вот буквально несколько недель тому назад купила себе другую версию этого ополаскивателя. Мне очень понравилось, потому что безумно классный аромат дает. То есть вам совсем немного нужно этого ополаскивателя, и у вас полностью белье прям благоухает. Поэтому, кому нравится этот эффект, то однозначно советую этот ополаскиватель. Кому, конечно, нет, то можете проходить мимо. А так мне очень понравилось, поэтому на этот раз решила попробовать с лавандой.
У них там только две версии представлены, жалко. Было бы хорошо, если бы побольше выбора было. Следующее, что я купила, это вот такую вот зубную щетку от Меридол. Уже не первый раз покупаю, третий или четвертый, наверное. Очень мне понравилась эта щетка, потому что вот эта вот щетина очень классно справляется с налетом. Именно вот эта вот версия, потому что у них там несколько вариантов есть. Sun Supple. Так что советую. Это не слишком легкая версия, да, щетины, и не слишком грубая. Это что-то среднее. Очень подходит мне. Следующее, что я купила, это мой любимый крем для рук от Бали Сурия. Но это маленькая версия. Здесь объем 30 мл. И взяла я его для того, чтобы носить в кармане. Так как на рабочем месте у меня стоит большой крем. И когда я иду на паузу, на обеденный перерыв, то мне неудобно этот большой крем ставить в карман и с собой носить, да, потому что перед обедом, конечно же, я руки мою, и мне хочется увлажнить. А лосьон, который у нас в туалетной, в уборной представлен, я не могу им пользоваться, то есть могу им пользоваться, но он абсолютно с руками ничего не делает, мне вообще не хватает увлажнения, и постоянно в обеденный перерыв, если я, допустим, крем забываю с собой брать, наношу этот лосьон, и целое время, пока у меня перерыв, такое неприятное ощущение на руках, так как нет увлажненности и кожа очень сухая, дискомфорт такой ощущается. Этого мне не хочется, поэтому решила взять такую миниатюрку, пусть будет в кармане. Раньше, кстати, постоянно брала, помните, вот эти вот миниатюрки. Далее на пробу решила купить себе, в принципе, я уже 4 года пользуюсь кремом для рук Сурия от Бали, решила попробовать крем для ног Сурия. У меня сейчас есть идеальный крем для рук и еще себе идеальный крем для ног, поэтому решила начать с Бали Сурия. Ну, в принципе, я уже давно как бы различные кремы покупаю, но пока не нашла тот крем, который хорошо справляется с моей кожей, сухой кожей. На стопах посмотрим, расскажу вам в пустых баночках, потому что такой объем небольшой, всего 20 мл, даже меньше, чем крем для рук. И быстро закончится, вот что я имею в виду. И теперь перейдем к самой интересной части. Это, конечно же, связано больше с косметикой. Я стояла на стенде Elf и себе решила взять не только консилер, но и вот такую вот кисточку, которую давно, кстати, хотела. На Ehure, помню, пыталась заказать. Но сейчас такая классная акция была, 30% скидка. Так она стоит 4,95 €, а я чуть больше 3 € заплатила вот за эту кисточку. Смотрите, кисть, написано, что это для хайлайтера, но я думаю, что я больше эту кисточку буду использовать для румян. Такая мягенькая, оказывается. Очень многие советуют эту кисточку. Некоторые просто пачками покупают их, чтобы всегда в запасе, ну не в запасе, а в плане того, когда одна кисточка испачкается, взять чистенькую и пользоваться далее. Вот так вот. Очень мягенькая, вот впервые открыла. Купила и вот как приехала домой, даже не открывала, сама не пробовала. Классная, надо будет сейчас помыть обязательно. Ну и, конечно же, без консилера я не смогла уйти. Долго стояла, выбирала. У меня выбор пал на Warm Peach и вот на этот оттенок Medium Sand Sable Moyen, как-то так называется. Даже не знаю, как прочитать. Вот, сами можете увидеть. Давайте открывать. Сколько здесь, кстати, миллилитров? Мне кажется, очень много. А нет, всего 6 мл. Я думала, здесь минимум 10 мл. Просто тюба такая огромная, посмотрите. Вот такой вот оттенок. Так-то непонятно, да? Сейчас я возьму консилер от NARS, чтобы сравнить. Надеюсь, не будет слишком светлым оттенок. В принципе, на руке он прям светлым не казался, конечно. Вот. Сводч сделаю. И знаете, когда я делала сводч на этот консилер именно в магазине, мне показалось, что это настолько такой, знаете, кремовый продукт. Просто есть консилеры, которые даже при сводче вам кажутся суховатыми. А этот, знаете, чем мне напоминает этот консилер? Когда я тестировала в магазине Douglas консилеры от Бека, и вот они вот такие же по кремовости и по плотности, прям очень-очень похожи. Из-за этого меня очень еще этот консилер зацепил. Ну и, конечно же, говорю же, цена шикарная. Давайте я принесу сейчас NARS, и мы посмотрим по оттенку. Вижу, что окисляется консилер. Угу. Потихонечку окисляется. Надеюсь, не будет слишком темным. Ну что, здесь у меня получается консилер от Elf, а здесь от NARS. И мне кажется,
нормально будет. Посмотрите, вот вы смотрите вот на эту часть, где этот консилер начал высыхать. И очень похож по оттенку на Nars. Вау, как я угадала! Просто мне оттенок от Nars в цвете Custard очень подходит. Custard. Ну, вы знаете. Они очень чем-то похожи. Нет, по текстуре совершенно нет. Но вот по оттенку я, мне кажется, угадала. Не знаю, как на камеру, но в жизни, мне кажется, консилер от Elf немножко темнее и чуть-чуть содержит в себе вот этого вот рыжего подтона. Рыжеперсикового. Хочу показать, оба консилера высохли сейчас. И вот так вот выглядит. Ну, я довольна оттенком, потому что Warm Peach действительно он слишком светлый был для меня. Был бы еще светлее, а этот как раз таки подойдет, я думаю, что сейчас и на лето. Так что имейте в виду, что консилер окисляется, хотя Warm Peach мне тоже подошел бы, может быть. Не жалею, тем более отдала там 4 евро с копейками за этот консилер, практически 2 евро дешевле. Так что да. Все, это были все мои покупочки. На этом влог буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Если да, если вам не сложно, поддержите меня пальчиком вверх. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.